Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем быструю, вкусную, простую пиццу. Для этого нам понадобится тесто для пиццы, мука, колбаса, помидоры, сыр, кетчуп и майонез. Приступаем. Вот я перемешала кетчуп с майонезом. Сейчас нам нужно размазать это все по поверхности пиццы. Забыла сказать, что противень нужно было смазать маслом. Теперь мне нужно посыпать над поверхность колбаской. Вот я распределила колбасу, теперь нужно распределить помидорки. Теперь это все нужно посыпать сыром. Я помогу. Ну все, теперь нужно убрать пиццу в духовку на примерно 15 минут. У нас на 15 минут, у кого какая духовка, не знаю, на сколько времени. Прошло 15 минут, наша пицца уже готова. Ну, моя мама бы еще хотела посыпать это грибами, там, зеленью. Ну, как я не люблю вот это вот зелень, там, грибы, мы не будем посыпать. И так она красивая и вкусная. Таким же образом мы делаем вторую пиццу. Но только мы будем в эту пиццу добавлять сыр, такой необычный, а сыр с грецким орехом. Вот такой вот сыр. Вот он. Орешки тут. Ну, посыпай. Я посыпала. Также мы отправляем пиццу в духовку на 15 минут. Вот такая вкуснятина у Насти получилась. Она уже наелась. Очень вкусно. Очень сытно. Теперь я села пить чай с такой вкусняцкой пиццей. Очень сытно прям вообще. Да. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ну вот такой вкусняшечкой Настя нас всех порадовала. Я налила себе свой любимый чай с лимончиком. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.